Хабаровском крае устраняют последствия очередного снежного циклона, который пришел в наш регион из Приморья. Снегопад и метель в южных районах края длились более 12 часов. Со вчерашнего дня в краевом центре введен режим ЧС. Всю ночь дорожники и коммунальные службы устраняли последствия этого циклона. С подробностями Ульяна Крамаренко. Этой ночью последствия циклона в Хабаровске устраняли непрерывно, а в городе ввели режим ЧС. Это позволило привлечь к уборке снега дополнительные силы, в том числе технику муниципальных предприятий. Дороги расчищали более 60 спецмашин. В центральной части города занимаемся вывозом снега по районам, расчисткой автобусных остановок, пешеходных переходов. Завтра днем работы будут продолжены. Также с привлечением дополнительной техники в ближайшее время будем заниматься только ликвидированием последствий циклона. Прорываемся каким-то чудом через эти дырки. Вон лежат, одна машина лежит, разбитая, короче. Здесь у нас фура, короче, в аварии, здесь у нас Приус, там за нами еще несколько джипов подбитые, короче, страйки друг у друга. Это видео с трассы Комсомольск-на-Амуре, Амурск. Циклон прошел по всем населенным пунктам края. Справиться с последствиями на междугородних направлениях помогают сотрудники МЧС. На дорогах края вторые сутки работает 190 единиц техники и более 300 человек. Силы и средства аэромобильной группировки Главного управления задействованы на самых сложных участках ведения работ. Непосредственно в Солнечном районе применяется тяжелая инженерная техника для оказания помощи по расчистке дорог регионального значения. Кроме того, введены резервы от Амурского спасательного центра в помощь органам местного самоуправления по расчистке дорог и прилегающих путей. Закрытым остается аэропорт Николаевска-на-Амуре. Рейс там возобновят 3 декабря. Ограничения сделали и на междугородних трассах. С 30 ноября полностью была закрыта автодорога Комсомольск-Хабаровск. С сегодняшнего дня передвигаться по этому маршруту разрешено только на личных автомобилях. В нескольких районах края отменили занятия в школах. Циклон прошел по большей территории региона. Сильный снегопад и ветер сохраняется в Николаевске-на-Амуре. Спасательные службы в режиме повышенной готовности. Полностью из Хабаровского края циклон уйдет 3 декабря. А уже на следующей неделе синоптики прогнозируют в регионе потепление. Ульяна Крамаренко, телеканал «Губерния».